Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы с вами продолжаем и краткое содержание предыдущей серии. Значит, в силу объективной закономерности распространения эпидемического процесса появилась новая коронавирусная инфекция. Вирус, который имеет ряд особенностей. Мы подчеркнули. Первая особенность. Он заразен не для всех, заражается каждый четвертый человек в возрасте 60+, и каждый седьмой в возрасте, молодом, скажем, или средний возраст. Он заразен в инкубационном периоде, он может принимать хронические формы и прятаться в организме, а самое главное, его вирусная нагрузка составляет 10 миллионов вирусов. Значит, он оставляет человеку возможность выживать в любых условиях. Поскольку меня просили остановиться больше всего на профилактических мерах, вот именно с этого мы и начнем. И вопрос про сертификаты. Значит, всем, кому нужны сертификаты, вы обратитесь к рабочих Татьяне Борисовне или по электронной почте, или по телефону, скажете свою фамилию, она вам выпишет и положит под стекло, или вы возьмете там в ближайшее время. Всем понятно про сертификаты? Штрих выписывает Татьяна Борисовна. Это дополнительное образование. Итак, какие необходимо выполнить меры? Меня хорошо вообще слышно, нет? Хорошо. Какие необходимо выполнить меры, чтобы не заболеть, чтобы не подцепить вирусную нагрузку в 10 миллионов? Первое. Значит, конечно, это ограниченное пребывание в местах скопления людей. Хотя наш губернатор сказал, что это транспорт, это не совсем так. На первом месте идут медицинские учреждения, потому что сейчас кинулся туда поток, которым нужно попасть к врачу. Люди больные, люди с температурой, которые не дождались врача на дом, и к ним своевременно не приехала скорая, что очень большая нагрузка. Поэтому у кого плановые есть какие-то мероприятия, вплоть до флюорографии, лучше все-таки не посещать медицинские учреждения. На втором месте стоят аптеки. Люди в поисках тех или иных лекарств, которые периодически исчезают и периодически появляются, с температурой приходят в аптеки. И если вам надо купить какое-то лекарство, то лучше всего это утренние часы после открытия аптек. Во-первых, народу мало. Во-вторых, она только что прошла дезинфицирующую обработку. В другое время, там, к обеду или еще хуже, к вечеру, там уже рассадник инфекций. Поэтому по необходимости аптеки посещать только утром. На третьем месте вот теперь транспорт. Конечно, надо, я уже говорила, предпочтительнее ездить не на маршрутках. Там нет этого дистанцирования, о котором мы все время говорим. Маски носят не все, или они носят все-таки для проверяющих. Ну и там есть опасность в том, что они
дезинфекцию как надо не проходят. Сейчас эти мероприятия под действием департамента усилили только автобусы. Ну, такие государственные автобусы, они есть на всех маршрутах, желательно приезжать с ними. Но будем считать, что вот ваш день начался, вы приготовили средства защиты, приехали на автобусе, уже получив какую-то, ну, будем считать, небольшую вирусную нагрузку. Конечно, надо использовать средства защиты. Я вам про маски рассказывала вчера. Кратко напоминаю, что их надо менять каждые 2 часа. Их нельзя стирать, если это медицинские маски с мембранной прослойкой, которая задерживает микроорганизмы. Но под этими масками сейчас продают китайские маски. Они не имеют мембранной прослойки, но очень напоминают медицинские. Короче говоря, немедицинских масок гораздо больше продают. Эффективность их намного ниже, но их зато можно стирать, там, использовать как-то не один раз, проглаживать и прочее. Но задержка, ведь вирусы имеют такой размер, что они очень спокойно проходят везде. Через, тем более, маску или вот эти хлопчатобумажные ткани, это для них не предел. Они вирусы гриппа спокойно проходили, создавали только вот такую видимость. Мы с вами договорились, что нос должен быть закрыт всегда. Это основное место попадания вируса. Тем более, многие из вас обращают внимание на то, что человек теряет обоняние, а эти рецепторы или нервные окончания, с которых-то все начинается обоняние, они как раз и находятся в полости носа, на разных этажах носа. Поэтому, если у кого открыт нос, ну, это сразу увеличивающаяся нагрузка. Теперь, значит, мы сказали, что наша задача не получить чужую микрофлору и не передать свою другому. Как это коллективно решать? Как с народом разговаривать? Я тоже затрудняюсь, потому что, ну вот студенты мои четко знают, что они работают не на себя больше, а проявляя ответственность, работают на других, чтобы их не заразить. Но ведь встречаются те, которые вообще говорят, да, значит, ну, не хочу в эти моменты углубляться, их много. Принято сейчас постановление, что если нет, не у всех есть маски, транспорт не трогается, а ждет, пока все оденут маски. Но и право у кондуктора, и право у водителя. Но с другой стороны, брать и выталкивать человека – из транспорта нельзя, если он сопротивляется. Мы сказали А, но не сказали Б. Как будут решаться эти вопросы на практике? Ну, наверное, по-разному, в том числе и в ущерб присутствующим. Дальше вы доехали в маске, в перчатках. Перчатки сняли, по-хорошему их надо выбросить. Если это ваши личные, и вы их потом будете стирать или обрабатывать, значит, их надо уже убирать, но оденете только тогда, когда попадете в рассадник инфекции. Опять вот в транспорт или где-то. До этого их трогать нельзя. Потому что если вы будете контактировать со своими перчатками, значит, вы вольно-невольно возьметесь за лицо и передадите. А те, которые вот легенькие очень, которые не жалко выбрасывать, их надо выбрасывать. Но на них придется все время тратить деньги. Далее вы попадаете в учреждение, где вы работаете. И любой работодатель должен вам предоставить условия, соответствующие санитарно-эпидемиологическому режиму.
Что это за условия? Условие первое. Обязательное дистанцирование всех. И студентов, и преподавателей. Еще раз говорю, если таких аудиторий нет, особенно это касается лекционных материалов, это касается там, где в группах более 30 человек, у нас, например, есть такие группы, особенно когда ИНЯС соединяет свои группы в несколько для семинарских занятий, значит, должны быть, если их 30, значит, должна быть аудитория на 60 человек. Если выполнить дистанцирование невозможно, вот к той вирусной нагрузке вам добавляется еще, бегут штучки, как счетчик. Ваша нагрузка повышается. Обязательное ношение масок студентов. Потому что, еще раз говорю, они не болеют, но они, некоторые, пребывают в стертой форме и являются, заражают. Мы даже сказали с вами, что одной из особенностей этого вируса, что даже после выздоровления человек еще может выделять 90 дней этот вирус. Поэтому студенты как раз в этом плане очень опасный контингент. Следующий момент. Обязательно наличие соответствующего количества раковин и наличие мыла жидкого плюс дезинфицирующие средства. Значит, они друг друга дополняют, не заменяют, а дополняют. Поэтому каждый должен, ну, может быть, и не один, и не два раза, если он пришел там на 3-4 пары, вымыть руки. Мыть руки надо так, как моют хирурги. Они моют до локтей, нам разрешается от лучезапястного сустава подняться сантиметров на 10. Это середина, примерно не доходя до локтя. И правильное мытье, то есть мыть 20 секунд, в лучшем случае 30 секунд, и обязательно промывать межпальцевые промежутки. Потому что, когда мы обратили внимание, как у раковины моют студенты, они ладошки помыли и побежали. Татьяна Борисовна, вы что-то хотели? Нет? Вот как раз подключилась Татьяна Борисовна, она вот знает, что должны быть выданы сертификаты именно в ее службе. Значит, я прошу прощения, коллеги, да, просто кому нужны сертификаты, они, может, нужны не всем. Я почту напишу, напишите на почту, кому нужны сертификаты, мы выпишем. И свои данные, да, Татьяна Борисовна? Да. Вот хорошо, все договорились, сняли этот вопрос. Значит, правильное мытье рук должно быть обязательным. Протирание дезинфицирующими средствами – это как дополнение. К тому моменту мы, во-первых, их постарались смыть, а остатки уже продезинфицировать. Дезинфицирующие средства не должны быть крепкими чересчур. Вот писали мне в прошлый раз про спирт. Его можно использовать, но не так часто. Почему? Ну, во-первых, у нас на коже есть слой микроорганизмов, которые за нас выполняют эту функцию. Вот в Великобритании есть ученый один, он уже набрал материал на Нобелевскую премию. Я думаю, что он через год-два ее получит. Который не пользуется ни мылом, ни дезинфицирующими средствами. Вот он как раз дружит с этим слоем бактерий. Он их садит на питательные среды, выращивает эти колонии, а потом из них делает спрей.
и моет руки и волосы. И эти бактерии работают похлеще дезинфицирующих средств и все уничтожают. А когда мы используем чересчур вот такие крепкой концентрации, да еще где-то, может быть, там и с хлоросодержащими элементами, то тогда мы вот этот слой, наш слой, который борется за нас и нам помогает, он просто-напросто исчезает. Так, поехали дальше. Значит, сейчас во многих учреждениях введена должность, которая называется контролер по ковиду. Контролер по ковиду. Что это за должность? Это тот человек, который знает особенности распространения и контролирует, как они выполняются. Ну, например, у вас совершенно точно должно быть разведение студентов. То есть они не должны приходить в одно и то же время. Они не должны находиться в коридорах. Это все вирусная нагрузка, которая прибавляется вот к тому счетчику, который мы с вами запустили в начале. Поэтому надо все это делать. Кроме того, обязательно в начале должны работать рециркуляторы. Они должны находиться в местах скопления. Ну, наверное, он должен обязательно работать в фойе. Вот каждому выдать невозможно, конечно, в кабинет, но там, где больше всего народу, надо иметь именно рециркулятор или возможность сквозного проветривания. Но при этом же надо со студентами что-то делать, надо их куда-то выводить или, если это большой кабинет, смещать в другую сторону. Но это все надо выполнять. Вот за невозможностью выполнять все эти мероприятия на сегодняшний день на удаленку ушли 150 вузов, потому что санэпиднадзор кинулся проверять и в итоге увидел, что санитарно-эпидемиологический режим как раз не выполняется. И отправили вузы вот в такой вариант. Значит, конечно, если человек приходит на 4 пары с одной группой, это одна нагрузка. Если он приходит на 4 пары, группы меняются, а в это время дезинфекцию никто не проводит, вот эта нагрузка как раз удваивается, потому что приходят люди совершенно другой микрофлоры. Как бы они там эти маски, ну, я думаю, что они их и не стирают, они это все держат для проверяющих организаций. Что необходимо еще выполнить, чтобы мы пока разбираем вопросы, чтобы не заболеть? Конечно, определенную роль будет играть питание. Как мы уже говорили в прошлый раз, его надо усиливать витамином D. Он необходим для клетки. Еще и в том плане, чтобы оболочка клетки не могла пропустить вирус, хотя он крепится к рецепторам, и борьба эта идет, и побеждают в одних случаях клетки, в других случаях вирус и начинает размножаться. Но если вот усилить витамином D, клетке будет легче. Мы уже говорили, это жирорастворимый витамин, поэтому он содержится там в жирных частях. Печень трески, сливочное масло, там, рыбий жир и прочее. Ну и, конечно, всегда нам помощником был витамин С, потому что он борется с инфекцией напрямую, он усиливает окислительные процессы,
кислой среде себя чувствует не совсем хорошо. Все микроорганизмы, а витамин С как раз это и создает. Ну, на первом месте по витамину С это шиповник. Шиповник. Если вы его приобретете в аптеке, а не с рук, потому что с рук они собирают его не в то время, условия хранения неправильные, условия сушки неправильные, а в аптеке в коробочках все-таки это выдерживается. Заварите, например, в термосе и через соломинку пьете там по полстакана, по четверть, лучше по четверть стакана, потому что это кислота. И поэтому через соломинку, чтобы сберечь эмаль зубов. Когда-то шиповник был в очень большом почете. В те времена, когда жили бояре, а у них были хилые барышни. И вот представьте себе, что эти бояре меняли на шиповник, отдавали соболинные шкурки, а приобретали шиповник, чтобы, вот так сказать, поднять иммунную систему своих барышен. Поэтому кто-то вот тут спрашивал, нет, не сироп, Тамара Сергеевна, сироп, там уже это все сладкое, и это не нужное, такая среда не нужная, потому что сам вирус склонен к резкому подъему сахара, глюкозы. Поэтому это обычный в коробочке шиповник, вот тот, который продается, ну вот на прилавках там, вы смотрите, в банке шиповник с этими ягодами. Вот такой надо в коробочке купить. Ну, в конце концов, нет шиповника, есть же квашеная капуста. Вот всегда она тоже помогала и беднякам особенно. Это и черная смородина. Это и лимон, о котором вы говорили тут, можно ли его для... Это вот для общего фона, для создания витамина С. Обязательно. Теперь дальше. Конечно, когда вы пришли домой и хотели освободиться от вируса, как мы уже договаривались, надо промыть нос. Нос солевым раствором. Если у вас его нет, полстакана... На стакан воды пол чайной ложки соли. Можно чуть-чуть добавить соды и прямо ложкой заливать в одну ноздрю, потом опрокидывать голову в раковину и выливать все это. Это полезно особенно тем, у кого есть хронические заболевания, такие как синуситы, гаймориты, когда все эти секреты... приобретая хронические формы, как раз в пазухах и скапливается. А вот после того, как мы промыли, можно уже закапать. У кого таких хронических заболеваний нет, можно профилактически использовать интерферон. Я уже говорила, это грипферон в данном случае, по 3 капли в каждый нос, ноздрю, ну от 3 до 5 раз в сутки. Если вы не больны, профилактически используйте 3 капли, может быть, там по 3 капли 3 раза в день или 2 раза в день получается, утром и вечером. Таким образом мы закрываем нос для проникновения вируса. Мы вымыли тот, который за сутки поймали, да еще и ему противовирусный препарат туда. Что мы еще делаем? Конечно, мы не забываем физические упражнения. Если наши легкие активны, если альвеолы раскрываются хорошо, ведь вы не забывайте, что есть люди, у которых вообще одно легкое. Считайте, что это 50% только. А они качественно живут долгую, счастливую жизнь. Поэтому, если мы помогаем легким, если мы их раскрываем, конечно, они справятся с этой бедой и справятся гораздо быстрее. Кроме того, ну вот желательно постоянно протирать ваши все гаджеты, ваши ручки,
допустим, сумки, ваши документы проездные, удостоверения, все, что касается там. И иногда это кондуктор берет вот этими вот самыми перчатками. Даже если вы сами приложили, то все равно это место, куда приложили, кто бы протирал там каждые 3 минуты после каждого пассажира. Конечно, это ничего не делается. Ну и вот все, что вы берете, вплоть до дверной ручки дома, протрите хотя бы раз. Ну, для некоторых это, конечно, тяжело, это отвлекает. Мы в этом стереотипе еще не работаем, но мы просто терпим и ждем хороших времен. Конечно, помогает влажная уборка. Вот если бы влажная уборка проходила в вузах, скажем, ну, не только там утром или вечером, но еще в середине дня или после каждой группы, вот одна ушла группа, другая пришла совершенно новая, это был бы идеальный вариант. Но такого, к сожалению, не случается. Ну и ждем обязательно прививку. Вакцинация, конечно, спасет мир. И мы создадим этот популяционный иммунитет, который будет составлять 60-70%. Прививку будут ставить не всем. У кого есть противопоказания, ее, конечно, ставить не будут. Потому что вот как сейчас было уже ясно, что вирус вызывает полиорганную недостаточность. То есть страдают практически все органы. Если высокий сахар у человека, навряд ли будут ему ставить прививку. Если у него есть какие-то аллергические заболевания, особенно связанные на белок, навряд ли ему будут ставить прививку. Но он будет сидеть, ждать лучших времен, пока за него эту прививку сделают другие и поднимут этот иммунитет до того процента, а дальше вирус ослабнет и будет просто сезонным, обычным, соединяясь, так сказать, вместе с гриппом. Еще бы я хотела обратить внимание на подъезды. Вот очень часто бывает, сейчас нам восстановят. Кто-то все время вмешивается. Так, восстановился? Вот я не прикасалась совсем. Восстановился, появился. Хорошо. Значит, я говорю про подъезды. Если кто-то заболел и его госпитализировали с подозрением на ковид, то по-хорошему надо быстро развернуться. Для того, чтобы развернуться, надо получить положительный анализ на ковид. Положительный анализ на ковид сейчас делают неделю, а то и больше. Поэтому, когда получаем мы результаты, уже отпадает необходимость в исследовании контактных больных. Что надо сделать? Надо просто сообщить. По-хорошему, это должен сообщить Роспотребнадзор тем же коммунальным службам, которые вас курируют. Если этого не происходит, а не происходит, понятно, нет результата, нет обратной связи. Поэтому надо связаться и сказать, что у нас больной ковидный, нам надо, чтобы продезинфицировали. Высылайте нам данного работника. Ну и так далее. Потому что естественно, если это не произойдет, а он в самом деле заболел, то ваша вирусная нагрузка будет расти.
Это вот как в нашем корпусе на Романенко. Заболела вахтер. Пока ей определили, что это у нее именно ковид, прошло 2 недели. Больше даже. Больше, чем 2 недели. Наверное, все 3. Поэтому контактных никто не обследовал. Это счастье, что никто не заболел. Кто с ней тут рядом был и сидел. Но я вам сказала, что заболевает не каждый, как при коре, а каждый четвертый или каждый седьмой. Значит, если вы будете постоянно выполнять эти мероприятия, если вы выработаете стереотип, вам будет уже легко, то вероятность заражения будет незначительной. Вот эту вирусную нагрузку 10 миллионов вы не наберете. Вы набрать ее можете скорее, вот если вы организовали какое-то семейное торжество и кроме членов семьи позвали, например, других родственников, что делать категорически нельзя. Вот тогда этот узкий круг расширяется, они приходят со своей микрофлорой, а кто-то и с латентным течением, потому что я сказала, у нас легкие формы не изолируются, а это главная заповедь эпидемиологии. Поскольку легкие формы – это всегда источники, тяжелые-то лежат, они не поднимают головы, а легкие все расхаживают, их никто не изолирует, то именно они и будут источниками. И вот так сейчас стали заболевать молодые мужчины, ну, примерно, которым под 40 или немножко за 40, когда у них еще приличная активность, и ковид помогает в этой ковиду в этой деятельности помогает тестостерон, о чем мы с вами уже говорили. Теперь, значит, это меры для того, чтобы не заболеть. У кого-то вот по этому разделу есть вопросы? Потому что сейчас мы перейдем к другому разделу. Так, похоже, вопросов нет. Теперь мы перейдем к вопросу. Будем считать, что все-таки случилась беда, и вы заболели. Неважно, чем вы заболели, ОРВИ, гриппом или ковидом, вам распознать очень сложно, да? Вы не медицинский работник, но чуть-чуть разобраться надо. Значит, классический ОРВИ, острые респираторные вирусные инфекции, всегда проявлялись или начинались с катаральных явлений. То есть на первое место выходил насморк, слезотечение, небольшое повышение температуры, там, осиплость голоса и так далее. Вот если начались такие симптомы, то, скорее всего, у вас, ну вот, сезонное ОРВИ. Грипп классический всегда начинался без катаральных явлений, с высокой температурой, примерно 38-39, особенно она поднималась к вечеру. Отсутствовали все катаральные явления, еще раз подчеркиваю, ломота мышц, суставов, слабость. Так было классически. Что теперь с ковидом? Значит, ковид, как мы сказали, пробирается тихо, партизаном. Все симптомы начинаются примерно на 4-5 сутки. Но у людей очень чувствительных все равно появляется какой-то дискомфорт. Вот он вчера вроде был на подъеме, а сегодня как-то это не то. Вот люди чувствительные смогут определить, что с ним что-то не так.
На 4-5 день поднимается температура, потому что он пробрался уже в легкие, как мы вчера говорили. Появился кашель, причем этот кашель будет отличаться от всех предыдущих. Вот человек все время кашляет и не может остановиться, потому что его там все как будто вот мешает. Вот это примерно звучит так. То есть вот эта серия кашлевых таких рефлексов очень характерна для ковида. Ну и, конечно, поднимается температура, появляется кашель, ну и, как многие утверждают, отсутствует обоняние, потому что он прошел через нос, а рецепторы обоняния расположены в носу, и он, проходя через них, их просто временно выключил. Значит, хотя и другие вирусные инфекции могут делать то же самое, но вот почему-то прерогатива теперь отдана ковиду. Ну, будем считать, что если вы заболели, то теперь будем внимательно следить за своим состоянием здоровья. Ну, например, значит, вы продолжаете интерферон в нос, а кто не капал его, начинает. Вот теперь уже надо не 2-3 раза в день, а до 5-3 капли в нос. То есть мы будем мешать поступлению нового количества вируса и его размножения. Теперь дальше. Надо пить противовирусный препарат. Чем бы вы ни заболели, ОРВИ – это тоже вирус, грипп – это вирус, ковид – это вирус. И, конечно, вот эти классические, там, орбидол или ряд других, которые есть в аптеке, вы принимаете и на этом фоне должны понять, что вам становится легче. Сейчас еще беда-то знаете в чем? Если классическое течение инфекции проходило так, 60% это была средняя тяжесть, 20% это были вот эти бессимптомные гулящие, которые заражали остальных, и 20% было тяжелых, 20% я имею в виду, те, которые имели осложнения или даже летальный исход. То сейчас при ковиде увеличилось количество легких и увеличилось количество тяжелых за счет средних. Средних стало меньше намного. Видите, появилось две крайности. Или туда, или сюда. У людей пожилого возраста это тяжелые все формы, но у более молодых это легкие формы. Они только-только приближаются к средним, но их даже нельзя назвать средними. Значит, обязательно следить за одышкой, которая не должна нарастать. Значит, вы 4 дня ждали, пока вирус проберется. На 5-й сутки поднялась температура, вы стали принимать препараты, пьете их там 3-4 дня и видите, температура держится, например, одышка нарастает и вам хуже. Ну, во-первых, врача, наверное, вы вызовете сразу, потому что, ну, ни один пациент без врача лекарства принимать не должен. Хотя все схемы, все протоколы есть в интернете, в открытом доступе. Вот те рекомендации Минздрава, которые меняются почти каждый месяц, они все выложены в открытом доступе. То есть туда любой может зайти и посмотреть, какими препаратами лечить. Но самому предпринимать ничего нельзя. Все-таки идеальный вариант, когда к вам придет опытный доктор. Не тот доктор, которого научили за 2 недели до ковида, как работать по протоколам, а тот, который уже с ними работал. Вот наверняка вы знаете главного врача Московской 52-я, по-моему, больница
Дениса Проценко. Вот Денис Проценко – тот реаниматолог, который вытащил многих больных после ИВЛ. После ИВЛ очень сложно вытаскивать больных. Почему? Потому что он прошел и Африку, и зарубежье, и он знает, что малейшее изменение того или иного показателя, он знает, что надо сделать. Не ждать, когда эти показатели съедут до такой степени, что их уже вернуть нельзя, а понимает. К сожалению, вот наша кадровая политика на сегодняшний день плохая, потому что квалифицированных, подготовленных кадров нет. Поэтому у нас вот и приехало Министерство Российской Федерации, Минздрава, помогать нам во всех этих вопросах. Как правильно надо организовать службу, чтобы люди не погибали. Теперь дальше. Значит, если у вас есть хронические заболевания, то лечение должно быть особенным, потому что меняются все-все функции. Особенно страдает сердечно-сосудистая система. У кого есть ишемия или намеки на нее хотя бы, у кого сахарный диабет, у кого ожирение, у кого гипертоническая болезнь. Да, мне кажется, уже нет ни одного человека, у которого бы всего этого не было. Поэтому вот здесь врач должен скорректировать. Почему? Потому что ковидный вирус, он увеличивает свертываемость крови. А сердце, которое уже по узким сосудам делает сокращения и старается протолкнуть кровь, а кровь такая вязкая, густая, конечно, нужно обязательно назначить препараты и дозы, которые будет доступно. Кстати, когда я вам говорила про меры профилактики, по-моему, я вам не назвала обильное питье. Вот если я не назвала, то, пожалуйста, запомните, что питье при всех инфекциях – это очень важный параметр. Очень важный такой метод. Почему? Потому что он всегда выводит микроорганизмы и разжижает кровь. Если человек пьет, у него уже кровь такой густой не будет. Значит, при этом бывает сахар подскакивает, давление наоборот падает, заваливается. И вот эти все вопросы надо разрешить с лечащим врачом. Значит, он должен к вам прийти, он должен прийти с прибором и измерить вам сатурацию, то есть каков кислород, насыщение крови кислородом, на какой грани. И даже если этот показатель существует, то вам, может быть, даже и не обязательно делать КТ, потому что видно на данном этапе, справляются легкие или не справляются. Почему? Да потому что КТ – это очень большая нагрузка. И организм ослабленный должен еще получить вот эту дозу. Это еще для него фактор риска. Другое дело, что им необходимо это исследование для того, чтобы поставить, ковид это или не ковид. Потому что отбивается половина населения, которое погибает от какой-то причины, половине не ставят ковид. Потому что чем лучше, меньше ковида, тем, естественно, лучше. Тем, значит, хорошо справляется. Ну, в это время вам все равно можно сделать мазок, хотя я сказала, что ПЦР имеет эффективность всего 65%. И 16% проб идет в референс-лабораторию на повторное обследование, потому что получился результат сомнительный. Но кое-где виноваты мы сами, потому что мы не готовимся, как правильно взять мазок. Я вам вчера говорила.
Значит, на 7-е сутки где-то появляются, если это ковид, значит, антитела М, говорящие об острой фазе именно этого процесса. И намного позже появится G, когда появляется и М, и G. Это будет говорить о том, что иммунитет адекватно реагирует, острая фаза идет на затихание, а G, ну, формируются те антитела. Значит, надеяться на антитела, вот эти, тоже не стоит, потому что они пришли и уходят очень быстро. Как лечить надо в экстренных случаях? Вот опять на примере моей хорошей приятельницы, которую от смерти спасли дважды уже. Она еще не выписана, но ее уже дважды спасли. Значит, состояние тяжелое, одышка нарастает, улучшения нет. Добавили антибиотики, а они нужны, потому что активизируется бактериальная флора, они могут оказаться нечувствительны, по какой причине я вам вчера говорил. Единственное, что ее может спасти, это антитела. Помните, я вам рассказывала про Трампа, которого тоже пичкали антителами от 3 сингапурцев. Но представляете, что значит простому смертному заказать антитела в Москве? Потому что у нас та база очень слабая. Почему она слабая? Ну, потому что антитела формируются у тех, кто тяжело болеет. Кто легко болеет, там титра никакого нет. Тяжело болеют у нас пожилые люди. Им сдавать кровь по определению нельзя, потому что они не входят в этот перечень. Они пожилые люди. Поэтому банк данных по антителам у нас бедноватый. Так вот, ей заказывали в Москву. Все надо было сделать за какие-то часы, иначе бы она погибла. Заказали, отвезли на самолет. Здесь встречали тот рейс, который приходит там в 5 утра или во сколько. Короче говоря, через там 5-6 часов ей уже вводили эти антитела. И только, наверное, благодаря ним она вот пошла на улучшение. Но требовать-то все равно надо любым, с кем бы эта беда не случилась. Потому что я же вам приводила слова Путина, бороться за каждого человека. А в итоге вот борются, ну, за тех, кто борется. С ней иначе нет сидела двое суток и так далее. Не каждый... И каждому больному будет столько внимания. Это же уже понятно. Поэтому введение сыворотки с антител, с антителами – это спасение. Вот как умеет иногда организовывать, это вот было в те времена, когда я еще работала. Наверняка помните девочку Расу, потому что она была и у Малахова в передаче, которая жила в деревне, или латвийской, или литовской, не помню. Жила в деревне, ей было года 3, отец косил траву, она играла здесь. И он пилой ей просто отрубил стопу. Можно было сказать, ну беда, беда, ну что, ну пусть одной ногой живет. Но на помощь пришла вся деревня, весь этот сельсовет, по-русски говоря. Значит, одни пошли в милицию, чтобы ее направлять беспрепятственно. Другие побежали узнавать в аэропорт. Значит, есть ли самолет? Самолет есть. Самолет задержали на целый час, чтобы эту девочку доставить. Правильно положили эту стопу, вытащили из морозилки рыбу, вытащили мясо замороженное, это было лето. Все, что замороженное было, сделали как лед. Мешок, лед вот этот, и повезли. Дальше сообщили Москве, что они едут. Москва подогнала под самый самолет скорую помощь. И на все это ушло, ну, я не знаю, меньше, по-моему, 3 часов. И девочка была уже на операционном столе. И когда решили вернуться к этой теме, вышла красивая девушка,
у Малахова, и только специалист мог вот так увидеть, что она чуть-чуть прихрамывает на эту стопу. А представляете, шить надо было, ну, во-первых, сосуды, кости, нервы. На все это уходит часов 12-15. Это еще когда становление шло микрохирургии, и не было бригад, чтобы одна бригада меняла другую. Люди шли на такое самопожертвование, даже не представляете. Мужчинам в операционных одевали, тогда еще и памперсов не было, потому что им нельзя было выходить, размываться и опять вставать за операционный стол. Девочка была в наркозе, и каждая минута была дорога. Поэтому вот те службы, они вызывали большое уважение, и как-то это все до сих пор осталось в памяти. Это была простая деревенская девушка. Я не знаю, будут ли сейчас совершать эти подвиги, когда надо преодолеть массу препятствий просто для простого человека. Вот не уверена в этом. Теперь дальше. Значит, мы с вами сказали, что надо обязательно корректировать заболевание, иначе можно ослабить коронавирусную инфекцию, но обострение того или иного заболевания приведет к необратимым последствиям. Если все-таки все получилось, и человек вышел из этого состояния, то повторное КТ или первичное, как у вас получилось, можно делать только через 3 или 6 месяцев. Почему? Да потому что процессы в легких идут долго, реабилитация длительная. Все это достаточно тяжелое мероприятие и будет зависеть только от вас самих. То есть будете прилагать усилия, вернетесь к своему виду, первоначальному состоянию. Не будете прилагать усилия, ну, все покатится по наклонной, так как оно будет. Теперь еще пару слов о том, как у вас работает иммунитет. Вот чтобы понять, это хороший у вас иммунитет или он все-таки не очень хороший. Значит, когда происходит нарушение иммунной системы, проявляется 4 синдрома. Причем 3 из них такие, один-то очень тяжелый. Один, ну, о нем даже и говорить, наверное, не надо. Первый синдром инфекционный. Вот если вы болеете часто инфекционными заболеваниями, да еще у вас формировались какие-то хронические очаги, то знайте, что уже нарушение в иммунной системе есть. Значит, при любой инфекции надо всегда помогать, а не выполнять какие-то там задания на износ. Второе – это онкологический синдром. Онкологический синдром предполагает, если у вас в организме есть, например, спящие атипичные клетки, но иммунитет работает хорошо, то эти клетки могут не проснуться никогда, потому что они их распознают, иммунитет, клетки иммунной системы, распознают и уничтожают. Если у вас в роду у кого-то была онкология и где-то перекликается, где-то родственные связи, ну, значит, где-то небольшой, наверное, сбой уже произошел. Теперь к нарушению иммунной системы относятся все аллергические реакции. Что это за реакции? Но это все, которые мы с вами знаем. Будь то хронический бронхит со смольным компонентом, будь то бронхиальная астма, будь дерматит, будь реакция на цветение трав и так далее. Вот все эти реакции лежат в основе нарушения иммунной системы.
Ну и серьезные такие, о которых я вам не стала говорить, разрушение соединительной ткани, например, есть такое состояние аутолизис, когда собственный организм выступает в роли киллера. Например, поджелудочная железа своими ферментами может растворить саму поджелудочную железу. Но это очень серьезный сбой, и мы об этом не говорим. Так, теперь я еще с вами, мне было тут задание поговорить о мифах. Кто-то у меня тут просил, фейках, которые распространяются. Распространяются. Так, давайте посмотрим. Значит, первый фейк. Говорили о том, что ковидом можно заразиться половым путем, поскольку он является двоюродным братом ВИЧ-инфекции этого вируса, то у них где-то там что-то перекрещивается. Значит, пока половой путь не зарегистрирован. Но ведь бывают всякие изменения. Может быть, произойдут и мутации с этим вирусом, что он пойдет и в половые пути, мочеполовые пути, поэтому пока нет. По поводу чеснока, и даже кто-то из вас говорил по поводу чеснока, что он играет определенную роль. Ну, что я вам могу сказать? Вообще чеснок использовать впервые начали древние греки-врачи. Это было еще до нашей эры. Они впервые определили, что в нем есть, во-первых, два естественных антибиотика. А про чеснок-то почему? Потому что где-то там китаец все повесил у себя в квартире чеснок, который уже почернел, висел, но и якобы это все помогает. Вот отсюда пошла вот эта вот информация. Значит, есть два естественных антибиотика, которые помогают бактерицидности, но антибиотики это больше на бактериальную флору действует. Да, чеснок является, ну, в какой-то мере иммуностимулирующим. Так вот, в те времена его использовали от головной боли в Древней Греции до нашей эры. Использовали как крови стимулирующие, как крови разжижающие. У нас и сейчас есть люди, которые принимают, причем не едят его, он все-таки раздражающе действует, а глотают дольку чеснока прямо вот туда вовнутрь. И потом проверяют свертывающую систему крови и говорят, что помогает. И помогает, наверное, вот это в самом деле. Ну, помочь навряд ли он сможет в плане воздействия на ковид, но другую микрофлору немного оглушить сможет. Это, видимо, у меня детские работники спрашивают, потому что всегда в садиках развешивали как гирлянды с чесноком. И вот говорят, что их заставили разложить на работе чеснок. У детей всегда это были гирлянды с чесноком, чтобы они вдыхали, потому что там находятся фитонциды, и они вот благоприятно действуют. Ну уж точно на этот запах и состояние ни стафилококки, ни стрептококки близко не приближаются. Это вот совершенно точно. Теперь про курение я вам говорила, что в принципе это вредно, но в момент внедрения, если обкурить вирус, он погибает. Погибает. Так, теперь дальше. Ну, все ритуальные обряды я опускаю, потому что там много их всяких, которые якобы помогают, не знаю.
Вот для меня более интересным оказался момент, например, у больных со СПИДом пока непонятно, есть ли вообще ковид и как он течет. Потому что наличие одного такого сильного вируса навряд ли пустит вирус другой. Вот давайте подождем, и это будет очень интересно, болеет ли ВИЧ-инфицированный ковидом. С одной стороны, у них иммунная система съехала, но с другой стороны, там находится такой вирус, который может и не пустить этот вирус. Они считаются троюродными там или двоюродными братьями. Как у них складываются отношения, хотелось бы все-таки выяснить. Теперь считалось раньше, эта информация впервые появилась в Америке, что вирус, попадая в желудочно-кишечный тракт, погибает под действием кислоты, как, например, холерный вибрион. Но потом, когда стали изучать, вот и наши сказали, ученые и врачи практически, что полиорганную недостаточность входит и желудочно-кишечный тракт. То есть он не только не пропускает, он его пропускает, и он начинает меняться. Начинаются воспалительные заболевания, язвенные все процессы и так далее. Так, теперь, ну, про 5G. Про 5G даже не знаю, что сказать, потому что Омск не работает с 5G, мы все еще на 4G. Как это будет влиять? Ну, скорее всего, никак не будет влиять. Погибает на солнце. Но на солнце навряд ли он погибает, потому что в странах Азии, Африки, где температура зашкаливает за 40, у них заболеваемость достаточно высокая. Если бы он погибал на солнце, наверное, бы он стал носил сезонный характер и летом бы не регистрировался, а он регистрируется летом. Ну и, конечно, это никак не влияет. Пить водку внутрь. Ну, про водку я вам сказала. Если пить водку внутрь, то надо потом месяца 4 выводить все органы. И потом не забывайте, что вирус-то не сидит там, ведь водка всасывается в основном в желудке. Почти пятая ее часть, почему человек сразу пьянеет. А вирус-то сидит в клетке. У вируса-то такая оболочка, вот, что не пускает даже лекарственные препараты и не пустит водку. Водка же не в жидком состоянии, это ее токсические вещества. Он просто закрывает, как калитка, как ворота закрывается, а он сидит в доме и никого не пускает. Поэтому в этом случае водка не поможет. Станет ли он сезонным? Конечно, когда-то станет, когда ослабеет до такой степени, что ему нет, не будет возможности круглый год выходить, состарится и будет выходить только вот в сезон. Ну и вот вопрос спрашивают, может быть, это все-таки божья кара? Вот в это бы мне хотелось верить, что это божья кара, потому что уж очень поменялись наши критерии нравственности. Мы стремительно убегаем вперед, мы настолько торопимся, что нам некогда остановиться. И этот ритм жизни, он не во благо ни нам, ни нашему сердцу, ни нашим мыслям, ни нашим думам. Когда я спрашиваю студентов, слышите ли вы шелест березы, можете ли вы его отличить от другого дерева, они говорят, шелеста мы вообще не слышим. Да и какой шелест листьев? Наверное, поэтому и 20 век, да и, наверное, 21 не дает нам ни великих художников, ни великих поэтов, ни великих музыкантов, что сострадаем мы или страдаем не по
тому состоянию души, которое определяет что-то великое, а те критерии, держимся за те критерии, которые ничего не стоят. Поэтому Божья это кара. Но во всяком случае, ковид сделал два положительных момента. Он заставил почти каждого человека задуматься, потому что жизнь очень хрупка, и в любой момент она может оборваться. И второе, конечно, заставил систему здравоохранения хоть как-то обогатить. Об этом я уже вам вчера говорила. Так, теперь я отвечу на все ваши вопросы. Я выполнила ваше задание за 2 дня. И все, что вот считала нужным, все, что понятно для вас, не говоря медицински, я вот вам все это представила. Теперь давайте по вопросам. Да, я, Елена Александровна, согласна, что 5G не влияет. Так, теперь Бог так всех любит и не карает. Ну, это я не берусь судить. Кишечное расстройство присутствует перед появлением ковида. А я вам сказала, что этот путь характерен. Они могут присутствовать не у всех, но могут. Это пути выделения ковида. Оксалиновая мазь ковида, ну, она тоже считается противовирусной. Кому-то она помогает, но лучше всего интерфероны, они более значимы. Кому-то помогает, например, мазь эвкалипта. Когда он вот вдыхает, он, ну, нормально дышит, все получается. Поэтому, может быть. Так, теперь еще вопросы. Как можно повысить иммунитет? Значит, если брать естественное, то, что у человека есть, и они работают вполне, этого будет достаточно. Я 2 слова остановлюсь тогда на иммунитете и скажу. Значит, иммунитет бывает наследственный или видовой, когда человек не болеет болезнями другого вида. Ну, например, мы не болеем чумкой собак, куры не болеют сибирской язвой ни при каких обстоятельствах, голуби не болеют сибирской язвой. И есть приобретенный, тот, который мы зарабатываем в течение своей жизни. Мы его зарабатываем, переболев. Некоторые антитела остаются на всю жизнь. Мы зарабатываем иммунитет от матери, вот эта биота микрофлора кишечника, которая играет неимоверную роль, благоприятная микрофлора передается нам от матери. И если она такая обширная, добротная, то тогда это будет чистый кишечник, в котором не будут бродильных процессов. А поскольку толстый кишечник – это тот отдел, где вырабатываются витамины, это единственное место, где вырабатываются витамины группы К и В1, то значит они при такой биоте будут выводиться, в смысле всасываться и вырабатываться. Поэтому, вот чтобы усилить, например, вот этот отдел, можно употреблять пробиотики и сразу пребиотики. Пребиотики – это еда для хороших сапрофитных микроорганизмов, которые будут изначально бороться.
со всеми микроорганизмами, которые к нам попадают. Значит, а пребиотики – это еда для них. Потому что если мы пьем пробиотики, а сами едим копченое, острое, соленое, то все эти пробиотики погибают. Им нужны определенные условия существования. А именно, хорошо на них действуют отруби, хороши, например, для них бананы и так далее, соответствующая еда. А если мы это не выдерживаем, значит, мы вместе с пробиотиками применяем пребиотики. Значит, усилили здесь. Часть мы можем усилить иммунную систему вакцинами, поддержать вакцинация, потому что она все-таки защищает нас от особенно опасных инфекций. Ну, а укреплять мы уже говорили. Для того, чтобы укрепить клеточный иммунитет, нужен витамин D. Это хорошо укрепляет. Даже когда встал вопрос, а БЦЖ-то вот, влияет какую-то роль, оказалось, что БЦЖ тоже положительно действует на клетку и препятствует возникновению инфекции. Кроме того, значит, это то, что мы называем еще гуморальным иммунитетом, то есть который осуществляется через кровь. Это тот же витамин С, например. Ну, в какой-то мере где-то помогает имбирь, например. Все С-содержащие, все зеленые, оранжевые части. Ну и физическая дозированная нагрузка помогает иммунной системе. Плюс, если это пониженная кислотность, которая обладает бактерицидностью, значит, надо здесь выполнить, поднять эту кислотность вот, естественным путем, съедая там какие-то кислые части. Можно использовать иммуностимуляторы, но это только по назначению врача. У нас есть клетки Т, например, хелперы, вот активизация этих клеток в самом организме, она способствует тому, что иммунная система себя достаточно хорошо чувствует. Следующее, как вакцину, когда уже вакцину выпустят, и вакцинировать жителей. Ну вот в Омске планируется ноябрь-декабрь для населения декретированных профессий. Вот сейчас уже начали врачам ставить, причем и красной, и белой зоны. В первую очередь попали врачи красной зоны и скорой помощи. Теперь уже белой зоны, потому что они друг друга заменяют. Скоро будут уже, вот я думаю, в ноябре закончат с врачами. В ноябре, в конце, в декабре так начнут, наверное, с педагогами, старковыми работниками. Ну, а тем, кому 65+, это, конечно, намного позже. Что вакцина серьезная, побочных действий, точнее, хронических заболеваний у людей много. И главное назначение этой вакцины – не усилить, не спровоцировать хронические заболевания до такой степени, когда уже будет предел. Так, теперь дальше. И скажите, есть ли вред от тепловизоров, которыми измеряют температуру? Я вообще от них толк не вижу, понимаете? А как они устроены? Ну, говорят, что нет от них. Те излучения электромагнитные, они не более чем там от телевизора или вот даже от телефона, что дети больше телефоны держат у себя там над ухом более длительно. И по сравнению с тепловизорами это не так уже опасно. Но смысл-то их, я уже говорила, что люди, которые заражают, они ходят с нормальной температурой. А у кого она поднимается, они лежат дома.
кто переболел, им все равно надо вакцинироваться, потому что эти антититры уходят очень быстро. Да, они и безвредны, они и бесполезны, похоже. Так, дальше что у нас? У кого еще вопросы? Да, я тоже считаю, что они бесполезны. Значит, если показания будут, прививку надо ставить, и мы быстрее всего забудем вот все, что с нами сейчас происходит. Так, сейчас мне тут еще печатают вопросы. Так, Владимир Георгиевич, ждем. Ну, это само собой есть паспортный календарный возраст и состояние души. И, конечно, мы себя ощущаем на тот возраст, каково состояние души, какова наша энергия. Это так. Так, сейчас еще на пару вопросов и будем заканчивать. Но я буду теперь уверена, что вы будете понимать, где можно снизить эту нагрузку. Ее, конечно, надо снижать. Вирусную нагрузку, я имею в виду. Пренебрежительно не будем относиться. Нет, нет, если заболел один член ковидом, то остальные могут не заболеть вообще. Я сказала, что воспринимает только, если это еще молодые люди до 40 лет, только каждый седьмой болеет. И даже могут не заболеть те, кому 60+. Более того, я вам говорила вчера, что есть 2% населения, которые инфекциями не болеют вообще, потому что у них нет рецепторов генетически обусловленных, у них просто их нет, это передается по наследству. И вирусу цепляться ни к чему, ни к чему. Можно ли у вас индивидуальную консультацию? Людмила Васильевна, получить можно, но вот индивидуальную консультацию лучше бы получать все-таки у врачей практикующих, которые знают все особенности. Если я вам помогу, пожалуйста. Наталья Аркадьевна, просто у меня дочь третий месяц на больничном с температурой. Я не зря задала вопрос, как повысить иммунитет. Вот я хотела бы лично с вами прийти. Да, я вас не услышала.
Если можно, погромче, Людмила Васильевна, погромче. Я только про температуру услышала. Наталья Аркадьевна, у меня дочь третий месяц на больничном с температурой. Уже 5 докторов ее посмотрели, поэтому я вот хотела проконсультировать. А что поставили? В конечном итоге, вот я как раз не зря задала, что у нее сдвиг произошел иммунной системы. То есть она пропила 3 вида антибиотиков. И убила. У нее не обнаружили. Кишечную микрофлору. Да. Все нормально. Ну, ковид не ставят? Нет, нет, КТ она прошла, все нормально. Ну, я думаю, что со временем это восстановится. После вот антибиотики надо пить всегда только под прикрытием. Но она пропила уже 3 вида антибиотиков. Ей прописали. Нет, не просто антибиотики, они должны, вот когда пьются антибиотики, убивается бактериальная флора. А грипповая, например, поднимает голову. Угу. Поэтому нужны препараты, которые бы не дали возможность размножиться другой микрофлоре. И плюс для кишечника обязательно препараты, там, линокс вот пьют всегда с антибиотиками, бифиформ хорошо восстанавливает. Со временем это все восстановится. Но вот сейчас надо искать причину повышения температуры. Спасибо. Это потому что где-то идет воспалительный процесс. Спасибо. Пожалуйста. Так, еще кто у нас тут? Вопросы еще будут? Ну, тогда я вас всех благодарю. Организационные моменты мы с вами решили. Желаю вам успехов и бороться за свое здоровье. Причем бороться понастойчивее.